Вот решил продать Яндекс розетку. Наигрался. Цена на 10 ампер. А мне по-хорошему нужно было на 16 ампер. Но таких не делают на 16 ампер. Что мне не понравилось, тем, что ее без телефона голосом просто нельзя включать, да, то есть нельзя сказать что-нибудь розетке напрямую, чтобы она там включилась. Нужно это все делать только в телефоне. Вот в телефоне нужно ставить этот Яндекс, он по умолчанию начинает там браузер с хрома менять на свой этот. Вот, в общем, тоже специфическая игрушка. И, по-моему, телефон должен быть подключен к той же Wi-Fi сети, что и эта розетка. Поэтому... Ну, вот последний-то не точно. В общем, что-то как-то не зашла она у нас. Вот. Ну, с небольшим щелчком таким включается, так полностью исправная. Ну, как игрушка больше. Вот. Ну, почитайте отзывы. Ну, кому-то это нужно. Вот, я просто себе в замену купил устройство, которое для удаленного подключения обогревательного прибора, GSM-розетку, грубо говоря. Вот, для тех случаев, когда рядом нету интернета, Wi-Fi интернета, а есть просто мобильный интернет.